Всем снова привет. Со мной игрок Virtus.pro Илидан. Скажи привет про Доте. Привет про Доту. Расскажи немножко про историю ника Илидан и твоего нового ника Эйрман, который у тебя на футболке сзади написан. Ну, Илидан, понятно, это из Варкрафта давно-давно, еще лет, наверное, в 13, когда компанию проходил, наверное, самый любимый персонаж вообще вселенной Варкрафта. Вот, решил такой ник взять. А Эйрман — это песня и карта Восу. Более интересные вопросы. НС рассказывал про КПД, что у тебя чуть ли не среди всех китайцев там лучший КПД в матчмейкинге. Приводил статистику после Кикасанты. Что ты сам вообще думаешь? Действительно у тебя настолько высокий КПД и по скиллу ты не уступаешь китайцам? Ну, по-личному уж точно думаю, не уступаю, потому что, ну, не вижу ничего особенного в их игре. Другое дело, что команда, как команда, они, конечно, действуют лучше. Если рассматривать меня как часть команды в плане драк тому прочего, наверное, я им уступаю немного. Как и все, в общем-то, мне кажется, в Европе. Именно если говорить о драках, о дефе своей рампы, китайцы, конечно, супер жесткие в этом плане. Ну а КПД, все то, что Ярик приводил, это, ну, пожалуй, каждый может посмотреть. В матчмейкинге, когда был плеер-ранкинг на Dota Buff, да, я был там топ-2 после чувака, который 600 игр на ВСП сыграл. К большому удивлению, на самом деле, для себя, потому что я просто, ну, играю в паблике, ну, не по фану, серьезно. Можно было догадаться, что я там где-то наверху буду. Но то, что топ-2, я сам не ожидал. Ну а так, да, там на Dota Academy у меня было топ-1 ГПМ, что-то смертей на третьем месте у меня было по количеству, ну, в плане по увеличению там. Вот. Ну а как ты думаешь, можно сравнивать наши паблики китайские? Все-таки уровень-то, наверное, другой в Китае. Да не, ну пабликов уровень одинаковый, мне кажется. Одно дело, если люди серьезно играют там или несерьезно. В Европе, конечно, больше несерьезно. Но та прослойка, в которой там я играю, и вообще вот эта Diamond прослойка, ну там практически никто в пабе не фанится, по большому-то счету. То есть никто не делает полной фигни. Ну так же, как и в Китае. Так что, собственно, конкретно паб сравнивать можно. Другое дело то, что все статистики той же Dota Academy, это, конечно, все не совсем правильно. Потому что там уровень среди своих, тут уровень среди своих. Объективная статистика будет, ну, по интернешнлу, наверное. Расскажи про вот это эпичное заявление про матч на $10,000. Оно сначала касалось только RockSkiz, потом руководство сказало, что готовы сыграть с любой вообще командой. А игроки, собственно, вот вы как отнеслись? Вообще, вас поставили перед фактом или вас сначала собрали, сказали, ребята, а вот мы хотим предложить на 10 тысяч, вы как относитесь? Ну, на самом деле, я вообще узнал из новостей на нашем сайте, и мне при этом кто-то это скинул. То есть я вообще не был в курсе всей этой темы. Мне потом уже, там, через некоторое время просто скинули ссылку, на, говорят, почитай. Я такой, воу-воу-воу. Ну, по большому счету, я поддерживаю решение там нашего лидера, потому что, ну, хотели бы они действительно сыграть с нами, могли бы в ПМ написать нам, к любому игроку, контакты доступны, в любую конференцию, пожалуйста, позвать нас на КВ и так далее. Если вы хотите организовать шоу-матч, напрямую свяжитесь. Но если вы решили понтоваться через сайты, Антон ответил соответствующим образом. Так что, ну, я его поддерживаю в этом плане. А в плане вот такое давление, все-таки $10,000 на кону и матч, там, BO3, насколько я помню. Представь, если бы это были не RockSkiz, а IG или какой-то китайский коллектив, который вдруг бы принял ваш вызов, если бы вдруг узнал. Не было бы вам как бы немножко стрёмно, что ли, играть на такую сумму BO3 матч? Да не, это, ну, как бы решение, опять же, снега. То есть все люди адекватные, понимаешь, там, когда, ну, что-то такое говоришь, типа, всякое может случиться, мало ли кто примет. Нам было без разницы, скажем так, против кого играть в плане вот какого-то настроя. Ну, с любыми бы мы играли, наверное, на победу. И IG, не важно. Как мы видели, что, ну, нет каких-то непобедимых соперников. IG отлетают в группе от, типа, Liquid через сварка 40-2 или что-то в этом роде. В общем, любая команда, она может проиграть. И довольно легко. Важно, какие выводы она после этого делает. Вот и все. Было несколько вопросов про твой скилл-билд на ДК. Почему не качаешь Брисфайр и вообще, почему такая раскачка? Когда ты качаешь Брисфайр, нужно маны много, и ты не толстый герой.
Первое, это то, что, ну, банально, соуринг нужен, если ты на трипле стоишь. Никакого стика тебе не хватает. Это как бы на практике понятно. Любой, кто играл, понимает, о чем я. А так, в замесе у тебя реально очень сильный стан, максимально сильный. И урона на него не так мало, на самом деле. И самое главное, что у него кулдаун очень низкий. И ты, ну, бесконечное количество их можешь давать. При этом на 9 уровне у тебя, к примеру, там, с армле, там, 1700 хп, там, 25 армора, там, или 30 даже. И атака соответствующая. И при этом ты станешь, как бы, бьешь по этой атаке. Вот. А если ты качаешь огонь, ну, блин, это уже на другие артефакты. Короче, вот огонь крутой для соло-мидеров. Пушить лайн, забирать руны, действительно носить ДПС на 7 уровне за счет артефакта, за счет того скилл-билда. Моя роль подразумевает райт-клик. Соответственно, я должен усилять этот райт-клик. А УЕ, оно хорошо на каком-нибудь вертолете и прочих, когда оно не мешает твоему основному, как бы, билду. Но, как мы видели, вертолет качают через Rocket Barrage на раз, плюс и флэг, то есть тоже. Только на то, чтобы с руки бить. Хотя, казалось бы, этот Rocket Barrage 700 урона наносит магического. Вот. Поэтому вот такой билд. Немножко я забыл про КПД, вот там зашла тема. Скажи, что ты делаешь, когда у тебя не идет игра? Вот не получается что-то, не пошел фарм. Как ты возвращаешься в нужное русло? Ну, скажем так, я вообще, ну, не рассматриваю какие-то вещи, как не идет игра. То есть, если говорить о там каком-то ластхите на фрифарме, бывает, там пропускаю, ну, крипов 5 за фрифарм, это действительно так, ну, типа, немного неприятно. Бывают ситуации соответствующие, которые не позволяют, к примеру, твои там саппорты отвели, а на тебя тройная пачка крипов бежит, а у тебя регенов не осталось. Такой форс-мажор тоже бывал, там где-то смайл что-то не досмотрел, где-то я что-то не досмотрел, и по итогам, ну, выходила какая-то ерунда. По большому счету, ну, все выводы, они логичны, и нет таких решений, как не пошла игра. Но это как-то, не знаю, непрофессионально, что ли. В пабе может не пойти игра. А на серьезных играх ты должен понимать, от чего это все зависит. Ну, а если, допустим, брать, знаешь, физическое состояние, может, усталость или еще что-то, и вот ты чувствуешь, ну, все, не можешь там нормально фармить, не можешь, принимаешь неверные действия, ты это чувствуешь по ходу игры. Как ты вернешься в этот момент в игру, чтобы вот себя как-то мотивировать, все, надо собраться? Ну, не знаю, я обычно сразу подхожу собрано, и, ну, так это основная, как бы, часть моей жизни, то я должен ответственно подходить, наверное, ко всему. Соответственно, я всегда высыпаюсь перед играми. Я всегда в нормальном состоянии практически. Бывают редкие исключения. Но это вот там от всяких форс-мажорных обстоятельств зависит. Да, я там могу приехать прямо к игре домой, не выспавшийся, по большому счету. Потому что там, допустим, за паспортом едем. Ну, это я как пример. Потому что такой случай реально был. И типа мне проще всего говорить о том, что реально было в моей жизни. Вот. А в основном, ну, нет какого-то такого, что я бы мог сказать. Вот сейчас, типа, у меня фиговое состояние, мне надо как-то вернуться в нормальное. Состояние всегда нормальное перед игрой. А было такое, допустим, какой-то день рождения, допустим, и вот в этот день игры, ну, все, никуда никак не перенести. Было такое, допустим, там, пьяным играл или вот, ну, после какой-то вечеринки? Ну, я вообще не пью, на самом деле. То есть я за жизнь бокала 2 пива, может, выпил, может, 3. И все. По-моему, это плохо влияет на умственную деятельность, соответственно, плохо влияет на мою жизнь, скажем так. А если перейти тогда к более здоровой жизни, спорт, ты занимаешься каким-то видом спорта? Нет, мне на самом деле нельзя, скажем так. Это одна из причин, почему я в дотку-то начал играть. Потому что у меня, ну, болезнь, которые не позволяют каким-то физическим спортом заниматься серьезно, вот. Дотеры постоянно за компьютером, и у них ухудшается зрение, ну и вообще здоровье, сколиоз и так далее. Ты это наблюдаешь за собой, может быть, за тиммейтами? Как вы с этим вообще боретесь? Нет, ну, наверное, есть, ну, не зря же это все, ну, типа, это логично, люди сидят, сидячий образ жизни. Но точно так же можно сказать про любого работника в офисе. То есть, ну, да, это ухудшается, да, с этим надо бороться в какой-то мере, надо, типа, ну, ходить куда-то. То есть, если говорить там о какой-то физической подготовке небольшой,
то да, она должна быть. Люди должны помимо доты, там, не знаю, бегать по утрам. Ну, это я так в общем. То есть, может быть, это что-то другое. Но просто поддерживать себя в форме. Потому что да, понятно, что без здоровья, тупо сидя, тоже ничего хорошего с этим не будет. Давай, про поводу паспорта ты уже как бы упомянул. Да, не очень, конечно, приятная тема, но все же... Допустим, Марчелло, знаешь, я думаю, такого, он приводил в своем блоге там целую статью, что в Москве можно за несколько дней сделать новый паспорт и загранпаспорт, если... Ну, в общем, сводилось все к тому, что если было бы желание, то вы бы все-таки поехали. А паспорт — это как бы типа отмазка, и на самом деле, может, и никто и не терял тот паспорт. Ну, это не все его слова, но в целом были такие мнения. Что ты ответишь? Ну, во-первых, он, наверное... Ну, это стандартный человек, который ни в чем не разобрался и что-то говорит. То есть, ну, ясно, если бы у меня была там московская прописка, регистрация, все эти дела, да, может, он прав. Но я из города Чита, паспорт я получал там, соответственно, только на запрос туда, чтобы восстановить мне паспорт, уходит неделя. И как бы мы из кожи вон лезли, по большому счету, все, чтобы, ну, типа, вернуть как-то этот паспорт. Мы разговаривали с... бортпроводниками в поезде. Ну, много чего пытались сделать, на самом деле. Все-все-все сделали. По итогам, когда понятно было, что ну, мы не сможем уже поехать, не успеваем никак, я все равно пошел, довольно тоже много сил и денег потратил, чтобы его по итогам восстановить хотя бы к DreamHack'у, потому что вообще этот процесс действительно длительный. Потому что отослать запрос банально в паспортном столе могут неправильно, что они и сделали в первый раз касательно меня. Вот, поэтому, видимо, он чего-то не понимает. Расскажи про подъем команды в последнее время. То есть у вас такой, ну, не то чтобы прям стрик побед, но результаты улучшились. И, ну, в общем-то, может быть, ожидаемо, да, но в целом с чем это связано? Вы довольно немало побед одержали, и в том числе над топовыми коллективами. Ну да, мы постарались. На самом деле, большой стимул был для нас показать, что... Не Альянс так сильно опережает Китай, а вся Европа уже догнала Китай. Потому что, ну, как видно из последних игр, не такие уж они и супер крутые, их можно выигрывать. Да, базара нет. Они к этому лану в Китае подготовились очень уверенно, использовали стратегию, которая была очень стандартной с этим убийством Рошана и так далее. Да, они молодцы, да, они крутые, они выиграли, ну, фактически стали чемпионами мира на текущий момент, да, какого-то лана, лановыми чемпионами мира. Но это... Их подготовка, и это... Ну, они прыгнули высоко, скажем так. А вот ты про подготовку упомянул. Что скажешь о вашей подготовке к DreamHack'у? Был ли буткемп, и насколько бы ты оценил по 10-бальной шкале? Ну, буткемп был, мы тестили много чего. С Альянсом, кстати говоря, мы играли вот на StarWadder'е на том же с буткемпа. То есть, ну, провели сколько? 7 дней на буткемпе, получается. То есть тот самый необходимый минимум. Вот, у нас появились какие-то заготовки, мы потестили много чего, что не касается командных игр, то есть каких-то один на один или чего-то такого. По 10-бальной шкале, думаю, на 7 оценю. То есть просто так вышло, что врагов на самом деле мало было в это время. То есть вот мы пытались искать, но кто-то уже забивался. Короче, нам банально не повезло с врагами. То есть из-за этого эффективность была ниже. А так, в целом, все условия там со стороны команды, руководства, все было? Да, нет, буткемп у нас был офигительный. Спасибо нашим там главным, Лексу, Снегу. На самом деле все было круто. То есть это реально было удобно спать. Была ванна, кухня, холодильник, все на свете. То есть все, что надо, чтобы нормально жить там просто. Если я так прикинул, если в этой квартире просто жить, никаких проблем не испытаешь. То есть все было реально круто. А перед The International планируется тоже там же буткемп? И как долго, как вообще, планы какие? Поживем, увидим. Он по-любому планируется. То есть, ну да, он будет. Но вот о сроках уже, ну, тяжело так сказать. Это будет ближе к концу, понятно. Давай еще вот, ты сказал, вы потестили много вещей. Немножко о патче последнем. Твое мнение, во-первых, как ты думаешь, Ice Frog, он вообще не преувеличивается своими патчами? То есть, может, надо поменьше как бы изменений? Потому что последний ченджлог, ну, не самый последний, но вот этот длинный большой ченджлог, был действительно некоторые вещи, ну, может быть, чересчур? Нет, нам ченджлог в нашей команде всем понравился.
То есть понерфили очень много героев, которые мы ждали, что понерфят. Апнули героев, которых мы хотели тестить. В общем-то, ну, чиньок полностью крутой. Мне он очень нравится. Единственное, что, конечно, неприятно, ну, мы опять же всей командой в этом согласны, это эти новые герои. Вот куда их и зачем? А мы почитали обилки, но это вообще бред. То есть, ну, откровенно, супер какие-то перебафанные герои, сумасшедшие обилки. Игра превращается в WoW, где написано много всего, много-много-много, а действие у этой штуки простое. Ну, вот, например, этот Эрс, там, Спирит, это вообще какая-то жесть. Мы почитали, ничего не поняли, закрыли и понадеялись, что его не скоро добавят, вот и все. А, кстати, по поводу добавления, есть информация у тебя, до International будут еще герои какие-то, перенесены или добавлены? Понятия не имею, если честно. Вы общаетесь вообще с Ice Frog'ом на эту тему и как-то... Ну, конкретно я не общаюсь, потому что, ну, не знаю, по-моему, информация вполне конфиденциальная и не стоит злоупотреблять там наши конференции с International, чтобы спрашивать о каких-то изменениях геймплея. Ну, все-таки это важно для подготовки, как думаешь? Ну, важно, все в разных условиях, все получают патч, все придумывать начинают что-то новое, кто-то придумывает, кто-то играет по-старому, кто-то быстро привыкает, кто-то нет. Это все часть скилла игроков и скилла команд. Как думаешь, какого еще необычного героя мы увидим именно на DreamHack'е, вот, после последнего патча? Или, может, какую-то стратегию необычную? Что вот ты предсказываешь? Не именно вы покажете, а вот что вы ожидаете такого вот? Я ожидаю возвращения хардвейтов. Антимагов, спектр, войдов. Потому что любой лан заканчивается ими. Всегда. Не знаю. Ну, это, не знаю, закон доты. Как только на кону денежка побольше, только лан, куча болельщиков, вся эта атмосфера, начинаются антимаги. Все почему-то забывают про свои дешевые понты и начинают играть, как на интернешнале. То есть на интернешнале ты тоже думаешь, будут вот эти все супер хард, лейт кэрри, фарм, один человек фармит, четыре поддерживают? Я почти уверен, что так будет. Если, опять же, не изменится баланс по золоту за убийство, еще какие-то такие вещи, вот если не будут меняться очень сильно, то так и будет. В принципе, все будут фармить, в принципе, драк будет мало. Ну, это даже не игровой стиль, это просто стиль лан-турниров. Все ланы такие. Нет ланов с агрессией. Никогда в финале мы не увидим какой-то фаст-пуш жесткий или что-то подобное, как мы можем в онлайне увидеть. Никогда ты не увидишь, как какой-нибудь профессиональный игрок давит за третью вышку, чтобы убить какого-то саппорта. Всегда максимально уверенные действия. И всегда максимальные действия на победу. Ну, скажи, тогда, если фарм в одного кэрри, то это на тебя, в общем-то, ложится большая ответственность, и чуть ли не вся команда на тебя рассчитывает. Как ты вообще справляешься с этим? Все-таки сейчас ты первый раз на DreamHack'е, то есть это огромная аудитория, поддержка зрителей. Вообще, как ты с этим справляешься? Да, собственно говоря, как и все, стараюсь сосредоточиться на игре, на том, что действительно, типа, важно и дорого. На каких-то людях, вещах, перед игрой обо всем этом подумать, собраться, выдохнуть и поиграть в дотку. Собственно, то, зачем приехал. А по поводу вообще 4 плюс 1 стиля, фарма, хардкерри, Virtus Pro так не играли. Посмотрим, что и как будет. Я не могу сказать, потому что, к сожалению, моя команда так играть толком не пробовала. Мы действительно всегда играли в максимальное получение доминации и логичное завершение игры, нежели в Super Late. У нас было пару игр таких, как против Na'Vi недавняя на Starladder'е с 80 минут, как еще одна недавняя, кстати, тоже против Na'Vi, 75 минут, по-моему. Мы учимся так играть, скажем так, для нас это реально в новинку, и мы стараемся овладеть этим стилем полностью, потому что в целом мы считаем, что он попроще, чем то, чем мы пытаемся играть. Потому что он не требует такой точности и такой безошибочности.
Ну, вот я знаю, популярен стиль чуть ли не в 3 кэри играет. То есть 4-1 это такой специфичный. Вот под Блэка любят брать таких вот героев. Или китайцы под Бёрнинга, например, 4-1 играют. Но в последнее время вот 3 кэри и поехали там, набирают такие пики, которые, я не знаю, полгода назад вообще бы не прошли. Как думаешь, на DreamHack'е будет вот именно там по 3 кэри или это будет... Да я уже, собственно, вижу, как по 3 керри играют. Ну, набирают не то, что прям хардкерри, которые вначале слабенькие, а потом ничего не могут. Набирают пацанов типа Куна, Квун, ну, каких-то героев, которые и в драке хороши, и в начале хороши. Вот эти паща могут настучать. Луна, Кунка, вертолет. Вот, пожалуйста, пик игры, которая сейчас идет. Ликвид против 4 друзей. Давай про DreamHack в целом. Как играл ты первый раз? Как тебе место проведения? Как тебе Швеция? Организация турнира? Ну, в целом, как впечатление? Ну, об организации пока ничего не могу сказать. Как бы дальше посмотрим. Вообще, ну, место проведения и, ну, скажем так, все, весь этот комплекс мне нравится. Швеция мне тоже очень понравилась, на самом деле, как страна. Не знаю, люди подобрее, что ли, просто идешь по улице, с тобой здороваются, я не знаю, из-за чего это, потому что мы даже не в форме были, одно дело, если бы нас узнавали там, а мы просто шли там, какие-то люди с детьми здороваются, ну, в общем, не знаю, так прикольно как-то все, мило, не знаю, как в сказке какой-то, потому что я-то на самом деле первый раз в подобных заграничных поездках. А скажи, как условия проживания? Ну, вот отель, где вы живете. Не, отель у нас крутой. Там все нормально с кроватями, с душем. Ну, в общем, совсем. И завтрак там есть. Отель нам... Ну, и место, на самом деле, очень хорошее. Прямо в центре этот отель. Нас все устраивает в этом плане. Пару слов буквально о вашей группе. Каково вы больше опасаетесь? И вообще, как думаешь, вы первое место займете? Ну, мы рассчитываем на первое место, потому что, на самом деле, это тоже очень важно. Если все, кто должны занимать первые места в группах, их займут, то, ну, всегда проще турнир играть. Вот. Самые опасные противники для нас, думаю, не секрет, что Dignitas в этой группе. Они действительно там самые сильные из оставшихся. Вот. Но, скажем так, мы надеемся взять первое место. Мы, ну, много чего на этот счет думали, и я думаю, нам удастся. Ну, посмотрим по игре, но рассчитываем и целимся. Ну, а я общался, допустим, сегодня уже с игроком Dignitas, он сказал, что на вас также считает самым сильным соперником, и он заметил, что ваш стиль игры их как бы контрит, что ли, что им будет именно очень сложно справиться с вашей игрой. Как ты прокомментируешь? Не, на самом деле, так оно и есть. Они любят поставить кучу пассива на изи-лайн, а так как мы бойцы, наша команда, вот, то мы постоянно идем с ними деремся, на самом деле. Поэтому они говорят, наверное, что он чуть-чуть их контрит. Но они тоже молодцы, они придумывают много чего против этого. Они, ну, там, знают, где как можно потерпеть, где как постоять. В целом, да, они такие хардфармилы, и нам против них довольно просто играть. Я думаю, на этом можно завершать интервью. Любые приветы, пожелания, любые слова напоследок. Ну, привет всем, кто поддерживает нашу команду. Привет всем нашим составам, как тем, которые здесь вот скоро будут сражаться, так и тем, кто дома сидит, болеет. Вот. И, ну, пожалуй, родителям, друзьям. Нашим спонсорам BenQ, BlackBerry. Вот. Спасибо, что нас поддерживаете. Нам это сейчас как никогда важно перед International. Еще хотел сказать что-нибудь юзерам про Dota или вообще про Dota пожелания, что угодно. Вообще, любое можешь сказать. Пацаны, меньше аналитики и агрессии. Это весело, но смотрится как, блин, не знаю. Как... петушиные бои, что ли, ну, что-то подобное, потому что, ну, действительно интересно читать иногда аналитику каких-то людей, вопросы каких-то людей, то есть я стараюсь, как я уже говорил, неоднократно заходить, что-то почитывать, посматривать, потому что иногда, ну, действительно какие-то интересные мнения читаешь, но 95%, конечно, какой-то глупости и агрессии, это неприятно. Все, пока!